Парни, всем привет. Приехали привет. С Антоном на речку в попытках половить головля. Нашли места тут такие интересные. Речка небольшая, как вы видите. Уже мы слышали, видели плюхи первые. И по этим плюхам мы определили, что головль неплохой здесь есть. Будем пробовать. Приехали в обед. Но если сейчас активность будет не очень, подождем еще немного к вечеру. Все, естественно, заснимем и покажем для вас. Как и что будет происходить, так что вперед. Так как речка маленькая, бросать здесь особо далеко не нужно. Начну с такой, с головлины классики. С имитацией муравья. Или паука. Или майского жука. Кому как угодно. Попробую. Головли вон лазят под берегом. Здесь водная подушка получается буквально 10 сантиметров над травой. Видите, вот, ну очень мелко. И головль, по идее, в этой траве весь прячется, концентрируется. Немного сдвинусь левее. Вон они под берегом, прям вон. Были ли тычки, или зацепил за траву? Вот это удар. Надо чуть фрик ослабить.
На что ловлю? На хантера, на жука. Ой, есть. Ну, совсем крошка. Опа! Парни, первая поимка. Еще и сожрал, слушай, как взрослый. Так. А руки помыть тут не спустишься, я так понимаю. Так, вот было что-то мелкое опять. Так, вот он. Тот же, парни, или не тот, или другой? Так, ты не дергайся. Есть. Парни, как остановить это безобразие? С такими головчишками. Тихо. Так, подожди. Подожди. Так, возьму. Иди гуляй. Иди гуляй, иди гуляй. Сейчас
Вот такой воблер, он для такой реки, в принципе-то, и создан. Маленький такой, подходящий размер, я не помню, сколько у него, 40. Ну, примерно 40 миллиметров. Далеко он, естественно, не летит из-за своих размеров. Там ничего, системы никакой дальнего заброса нет. Но очень сильное у него мерцающее действие создается. И он как раз над этой травой проходит. Если посмотреть старые видяхи этого мастера, мастер Якуб Бережницкий, он примерно в таких условиях и ловит, вот как у нас здесь. Ну и течение он хорошо держит. У меня два таких я разловил уже по головлю, по некрупному. Ну вот как раз таки выдался, сами видите, полигон. Очень подходящий, где можно попробовать в разных условиях половить. Там в затяжках, на снос его пустить по-разному. Это приносит свои плоды. Воблер очень хороший, мне нравится. У меня их два в разных цветах. Не знаю, насколько это на камеру видно, но вот видите, он колебания какие создает, и как раз-таки над вот этой травой проходит. Это очень хорошо. Вон, он. Что-то в кустах. Так, есть. Засмотрелся. А тем временем такой малыш. Совсем. Совсем уже крошка. Бодает. Мою приманочку. Ого! Ого, как! Как провожал! Ого! Я даже испугался, что творит. Чуть спиннинг у меня не вырвал. Чертяка эдакий. Ну, я кольнул его. Кольнул хорошо. Опа! Свечной голавль, парни. Такого сегодня еще не было. Ну, слушай, дружок, ты прям... Прям серьезно ты кушать хочешь, раз ты его так съел. Давай. Пошел. Голодные они здесь, ребята. И дерзкие. И сколько их здесь? Это страшное дело. Хоть бы щука какая-нибудь пришла, навела здесь Шанхай.
Ну вот это чуть... Так, так, так. Ты куда, ты куда? Вот это уже, ребята, поинтересней. Вот это уже поинтересней. Смотрите, парни. Ну, 400 точно есть. Какой, а? Дайте мне кидать, дайте мне кидать. Дай-ка для протокола, а то ни одной фотографии нет. Но вот это самый крупный. Чувак, на каждом забросе. Парни, свободу попугаем. Я на все подряд. Смотрите, Антон пришел, спрашивает, на что я ловлю. Я что не поставлю, на то поклевка. Серьезно. По три, короче, пинает, пинает, по три бывает выхода за проводку. Но они все как под копирку. Вот это самый крупный. В основном я развлекаюсь польскими. Это полигон, учебное пособие, чувак. Как головля ловить. Блин, думаю, что-то нет. Никакой реакции. Травы зацепил. Он причем бывает... Вот дерзко берет. Прям поклевка. А есть просто подсаживается пассивно, подвисает. Видишь, какая собака? Чертяка эдакая. Я в эфире нон-стопом. Но тут надо сразу, я режим лебедки сразу включаю. И дрын надо вверх поднимать. Иначе он сразу тогда уходит, даже не крупный. Не, сидит, сидит. Ай-яй-яй-яй-яй. Тыкал несколько раз на мою плотвичку. Не.
Куда? Ну такой. Не, я за шнур возьму. Ну тут просто видишь, течка что. Он в молоках весь. В москитах вырубает пару головлей. Слушай, ну тут если приемки будут, может здоровый стоять, хотя бы 500 грамм. Прошли, парни, вперед, там все такие же мелики, поле начинается. Дуем с Антоном назад посмотреть, где вот эти перекатики небольшие по сравнению с тем местом, которая ждала нас впереди. Решили вернуться назад, что они как-никак интересней. И хоть что-то клевало. Сейчас посмотрим. Ну, в надеждах поймать что-то больше, чем полкило хотя бы. Хотя ям никаких здесь нет, аномалий нет. Песок с травой. И такой ракушечник местами. Все. Ну, головля тьма. Смотрите, вот что удивительно, у нас с Антоном дуплетом два окуня клюнуло, а мы такие думаем, ну что, голавль перестал клевать. И вот мы заметили по этому сезону, когда окунь стоит на каком-то месте определенном, головля там не будет. Причем на месте, где только что, казалось бы, мы ловили головля. Теребонькает. Теребонь-теребонькович. Тихо. Блин, комары еще достают. Порвал кишки ему. Разрывай кишку ему. Там люди просили. Все. Отпустили ему парня окуней. На реуку. Угу. Ну видишь, разловил. Каким окушком здоровым. Миллион. Да ладно. Миллион. Я видел, что это первая рыбка. У меня он тыкал, потом нормально сожрал. Да это окунь тоже. Не 700 грамм, но интерес есть. Смотрите, вот что удивительно, у нас с Антоном дуплетом два окуня клюнуло, а мы такие думаем, ну что, голавль перестал клевать. И вот мы заметили по этому сезону, когда окунь стоит на каком-то месте определенном, головля там не будет. Причем на месте, где только что, казалось бы, мы ловили головля. Теребонькает. Теребонь-теребонькович. Тихо. Блин, комары еще достают.
Порвал кишки ему. Не будет сейчас. Понятно. Разрывай кишку ему. Там люди просили. Все. Отпустили мы парня окуней. На реуку. Угу. Ну видишь, разловил. Каким окушком здоровым. Миллион. Да ладно. Миллион. Я видел, что это первая рыбка. У меня он тыкал, потом нормально сожрал. Да это окунь тоже. Не 700 грамм, но интерес есть. На-ка. У меня интерес? Угу. Ну, раз знаю, что рыба клюет. Угу. Комары уже зажрали. О! Блин! Он снизу ударил и выплюнул. Видно было на видео. Я вот просто закинул его. Смотрю, как какие-то круги. Пошевелил. Что это еще, борода какая-то, что ли, оказалась у меня? Это не надо так делать. Не надо. Не надо. На-ка. Шлепок майонезный. Нормально, я пишу. Давай, давай, я пишу. Да что ты поднимал бы так? Палкой? Ну конечно. Или ты боишься еще? Ничего не знаю. Ну я палкой поднимал. Ты что, у тебя-то и камелюга даже мощнее на вид. Я помню, ты мне говорил, а что ты, Димон, не перегружал, там трали-вали. Ты ж на нитке его поднимаешь, а не просто там за половину как-то держишь. А? Кишки сожрал? Ну вот таких я накрышил, я не знаю, ну много, много. Это, чувак, это еще не совсем маленький по этим меркам. Солнце, когда стояло, светило. Опа! Под берегом. Ну, видишь, с кондачка не взять такое место. Это надо контролировать. Делать наблюдения, статистику выводить. Чего ты? Да нормально. Не закинул воду?
Да его смоет грозой, забей. Смотри, тянет. Парни, смотрите, туча. Все, завершаем, наверное, рыбалку. Чтобы не вымокнуть окончательно. Сейчас возле машины пару слов скажем. Все, парни, гроза нас напугала. Поэтому с Антохой собрались по-быстрому и едем домой. Новая локация порадовала, много поклевок. Это вот такой полигон, можно считать, когда вот просто, я не знаю, какие-то приманки там испытываешь, балуешься, там забросы тренируешь, что-то новое. Но места мелкие, и за счет этого много мелкого головля, и крупного мы так и не смогли поймать вот с этого первого раза. Так что выезжаем домой с Антохой. Но обилие поклевок зато порадовало. Причем его видно как визуально, так и в местах в каких-то видно, где он начинает. Ждет в траве в какой-то этих мух разных, кузнечиков. Прикольно. Надо будет еще эту локацию как-то посетить, посмотреть, может, другие немного точки сдвинуться отсюда. Я думаю, надо дождаться в следующий раз вечера. Да. Потому что есть надежда, что вечером выйдет как раз-таки та особь, с которой мы сюда ездили. Ну, видишь, мы не дождались, тут и гроза, и это все сложилось воедино, поэтому мы напугались. Давай, давай чисто. Ну, место вон, читаем. Радуга, смотрите, парни, вам снимаю. Читаемое, поэтому всем спасибо за внимание, до новых встреч, жмем да, лайки. Да, не забудьте поставить ваш бесплатный драгоценный лайк. Всем пока, парни, всем радуга.